Друзья, всем привет! Вы видите, он кушает. На многие переживают, вот ты взял, у тебя молока нету. Друзья, у нас молоко есть, но немного. Белку мы еще немножко доим. Она еще нам дает немножко молока. Ему мы давать будем молоко только утром. Ну, по 200 грамм, не больше. Он пьет воду. У бывших его хозяев было этот. Гранула. Он хорошо кушает гранулу. А ну-ка, я, кстати, возьму. Вот, смотрите, а это рассыпало. А этой вообще не нравится гранула. Белка очень любит. На, мой мальчик, на. Моя. Зверь такой маленький, на. Наелся. Кушай сено, кушай. Ну, друзья, он сено ест уже, вы видите. Поэтому, я думаю, с голоду не умрет. На, моя подруга. На, чтоб дружила со мной. Да, сегодня выпрыгнул такой он. Друзья, и там, я вчера сказал, чтобы вы помогли имя подобрать. Но мы тоже к этому очень серьезно подошли. Потому что он у нас будет не один год жить. Да. И, если честно, мне понравилось имя очень сильно. Катя смотрит на меня. Дым. Дымок. Он сейчас маленький, его будет называть Дымок. Дымка. А когда вырастет, будет Дым. Да? Но еще можно назвать его Борька. Борька тоже более-менее такой. У нас был Борька козел, он нормальный. И как там еще писали? Скажи больше. Яшка. А и Яшка. Ну, многие пишут, что у нас много имен человеческих, поэтому Борька и Яшка это, ну, как бы вроде и людей так называют. Поэтому, друзья, мы, наверное, его назовем Дымок. Гляньте, какой он маленький мальчик. Чтобы никто не обижался. Он такой, как этот, как пепел. Такой дымочек. Будет Дымок, друзья. Так что, чтобы никто не обижался, помогли, подсказали. Много имен теперь мы знаем. Но мне понравился, если честно, Дымок. Так что, будет он Дымок у нас. Да? Дымочек. Я уже сегодня целый день ему хожу и говорю, дымочек ты мой, мальчик маленький. Да? Да? Козелик такой. Вот, да, скоро от нее будут козлята. Тоже имен. Всех назовем всеми именами. Тут-то уже у нас сегодня Катя только что. Я и не видел. Вот так время быстро пролетело. Катя пришла к этим архаровкам. Подкинуть им тырсы, поубирали. А я там был у цыплят. Она выбегает, кричит. Ты видел, бегом сюда. Я испугался, думаю, что случилось. А оказывается, сегодня уже, друзья, посмотрели по блокноту. Сегодня уже 21 сутки. И вот они. Я вот так закрывать буду дверь, чтобы кошка сюда не лезла. А завтра уже что-то придумаю. Покажи, не клюй. Вон они, друзья, гляньте. Один, друзья, по каким-то причинам она полностью шкаролупку убрала. Ну, квочка, наверное. И была вот эта пленочка. И он в пленке мертвый был. Я только что убрал. Мы сами только-только вот обнаружили. И там 7 штучек. Ай-яй-яй, а не клюй. Вон они, видите, друзья, гляньте. Курпетушечки маленькие такие. Ну все, сиди. А эта квочка сегодня, мы, кстати, сегодня подходили, выкинула 2 яйца. Но они были, замершие. Ну, не замершие, одно было не оплот, а одно с кровяным кольцом. Может, она действительно как-то соображает что-то? Ну, сидит, не встает. Все, вот это уже мамка. Ах.
Так что, друзья, у нас детворы. Тут кричит, тут пищат. Я не знаю, там поросята визжат. Короче, детский сад. Весна началась. А ну сейчас, секундочку, я вот так вот закрывать буду. Ну так, чтобы кошка не залезла. Чтобы не было у нее соблазна сюда. Потому что цыплята, ну, я завтра уже им сделаю, друзья. Извиняюсь, что дергал тут. Так что такие дела. Куда-то ее определим с цыплятами. Да, Димочек? Поздоровайся, друг. Привет. Так, друзья, пойдемте. Ну, тут тоже почистил у этих архаровцев. Малышни тоже. Друзья, никак, я там просили сважить, мне самому интересно, сколько в них веса. Ну, небольшие поросятки. Ну, выровняли, все ровненькие стали, одинаковые практически. Нету ни больше, ни меньше. Все хорошенькие. У этого, видите, вон грыжа все равно вылазит. Ну, ничего страшного. Он, Вася, тоже грыжовик, уже ничего нету. Не фокусируется. Ага, вот. Ну, не видно. Так, Матильда отдыхает. Вон, гранула немножко есть. Сегодня я так немножечко накрутил гранулы, намолол. Завтра буду... Давай, 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 почищу. Давай, давай. Давай, давай. Вот так, вот так. Вот так, вот так, свинюка моя. Вот так, вот так. Вот так. Вот так. Вот такая свинюка. Давай, давай. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. Все, у нее не убирал, друзья. Потому что у нее тут много еще сена, пускай. Ну, она лежит, у нее тут бетон, поэтому, чтобы не кидать нового, у нее тут, ну, сухое, оно сухое у нее. Здрасте. Вон, гляньте, какой же. А, не дадут. Не, друзья, не дадут они мне здесь. Вот, гранул я немножко накрутил. Кс-кс-кс-кс. И... Жили у Сашули два веселых гули, да? Вот они, друзья. Уже мы вчера их сюда принесли. Вот они здесь живут уже. Что ты хочешь? Тут сколько маленьких хутят, гусят, цыплят. Смотри, Фурия. Ну его в баню нельзя. Вот они. Уже здесь. Живенькие, здоровенькие. А что, у них там тепло. Уже такие здоровые стали. Водичка чистенькая. Все, ухожу, не мешаю, не мешаю. Так, ну что еще, друзья? Это я ездил же к брату, набрал этого зерна. Так что есть пока. Завтра награнулирую. Будет все нормально. Так, пойдемте, вам покажу еще цыплят. Друзья, и цыплята у нас первый раз такое. Вот, смотрите, какие у нее дойки. Завтра Катя с утра ее будет доить. Она еще дает грамм 700, наверное, да? Грамм 700, она даже Катя говорит, немножко больше она дает еще. Так что, ну, мы же не каждый, ну, как, не... Не два раза в день доим уже, а доим сейчас один раз. И уже, наверное, скоро нам придется доить два раза. Ой, один раз в двое суток. Ну и там на уменьшение, потому что молоко убавлялось. Этот тоже сегодня, друзья, такой активный скакал. Так, ему сейчас водички еще наберу. Сейчас, друзья, клац. Друзья, тут все живы, все здоровы. Все родичи гарбузовые. Пока без потерь. Ну, уже они такие большие, что я думаю, уже сыпем им полностью такую. Ну, вот эту вот обыкновенную, что я на крупорушке перекрутил. И
Они, друзья, еще и здесь умудряются засыпать. Ну, короче, все хорошо у них. Пока здесь все на месте. Ну, я думаю, что, короче, не нужно им давать. Это марганцовочки мы немножко дали. И комбикорм. Потому что получается, если начинаешь давать всякой разных витаминов, у них становится вот это, ну, то ли передозировка этими витаминами, что они, ну, погибают. У нас, я же говорю, почему я за это говорю, потому что у нас прошлые года, ну, вот выводок, например, там 30 цыплят есть, там в течение первой недели могло даже минус 15, и там с этих 30 выжило, там, например, я не знаю, ну, 12. Вот так вот даже было. Поэтому я и говорю, что вот, ну, результат. Никаких, ничего. Хороший комбикорм с витаминками. Вот. Ну, он когда сидит здесь нормально. И, друзья, я еще забыл сказать. Водичку он пьет хорошо тоже. Тепленькую мы ему приносим. Утром молочко, в обед и вечером водичка. И все, и сено он кушает, молодец такой парниша. Да, гранулу кушает. Я думаю, все будет нормально у него. Так что такие, друзья, дела у нас. Ну а за курицу я вообще не думал. Время, друзья, пролетело вот так. Я думаю, та еще сидит и сидит. Думаю, сколько еще ей сидеть, непонятно. Думал, еще может неделю. А ну, уже посчитали, 21 сутки прошли. Сегодня как раз получается вечером. Ну вот, все цыплята вылупились, кроме одного. А одно яйцо же пропало. Вот и все. Вот и кочка сидела, 8 яиц у нее было. Ну, один замер, да. Бывает и такое получается. Даже у квочки. От этого никто не застрахован. Так что на инкубатор решить вообще, если даже там минус 20%, то это он вообще молодец, друзья. Так что такие дела. Все. Всем огромное спасибо, друзья. Ставьте лайки обязательно. Пишите комментарии. Всем пока.